Однако для того, чтобы написать итератор в языке Python, приходится использовать классы. Это достаточно сложно, потому что даже такой простой итератор, который бы перебирал k случайных значений из диапазона 0,1, занял у нас целых 14 строк. Это достаточно много для такой простой задачи. Можем ли мы сделать это как-нибудь проще? Да, на самом деле можем, потому что в языке Python существуют генераторы. Генераторы — это, по сути, функции, в которых вместо слова return мы используем слово yield. И при этом вместо того, чтобы значение возвращать, она будет генерировать нам следующее значение. Давайте попробуем переписать наш random iterator, используя генератор. Прежде всего, описание генератора — это функция. В нашем случае мы называем функцию random generator, и она принимает один аргумент k. Этот аргумент определяет, сколько случайных чисел с диапазона 0,1 мы бы хотели вывести. Затем внутри цикла for мы пишем, что мы бы хотели k раз вернуть случайное значение из диапазона 0,1. Таким образом, отличие генератора от обычной функции заключается в том, что с помощью ключевого слова yield, которое мы используем вместо ключевого слова return, мы можем вернуть значение из функции сразу несколько раз. А спрашивать, какое именно значение будет следующим, мы будем именно с помощью функции next. Также важно понимать, что интерпретатор смотрит сразу на все тело функции. И если он встречает хотя бы один раз внутри тела функции слово yield, то он понимает, что эта функция является генератором, а вызов генератора ведет себя не так же, как вызов обычной функции. Давайте с вами создадим переменную gen, в которой мы сохраним результат вызова функции randomGenerator от значения, например, 3. Давайте затем выведем на экран тип нашей переменной gen. Когда мы выведем ее на экран, мы убедимся в том, что наша переменная gen имеет класс generator. Когда мы вызываем функцию с ключевым словом yield внутри, нам возвращается объект-генератор. Этот объект-генератор примечателен тем, что он знает целиком все тело нашей функции. И исполнение тела функции начнется лишь тогда, когда мы попросим у генератора следующий элемент. Когда мы его попросим, он начнет с самого начала исполнять нашу функцию, до первого ключевого слова yield. Тогда, когда он встретит слово yield, он вернет значение наружу, туда, где мы вызвали функцию next. Но что самое главное, когда мы возвращаем значение, мы также запоминаем и все состояние нашей функции, чтобы затем, когда вызовут next в следующий раз, мы продолжили исполнение не сначала функции, а с того места, где мы до этого остановились. Затем, если в какой-то момент мы не найдем ключевое слово yield, мы обязательно бросим ошибку stop iteration. Давайте рассмотрим на самом простом примере. У нас есть самый простой генератор, который нам должен вернуть всего два значения. Между возвращением этих значений мы поставим принты, и в конце, после второго yield, мы тоже поставим один print. Давайте сначала просто вызовем нашу функцию, убедимся в том, что когда мы получаем объект генератора, никакой код из тела функции даже еще не начинает исполняться. Давайте затем попросим у него первое значение и распечатаем его на экран. Мы убедимся в том, что он выполнил 71 print, и затем нам вернул значение единички наружу. Затем, когда мы раскомментируем второй блок нашего кода, мы попросим его нам вернуть второе значение и вывести его на экран. Мы убедимся в том, что мы прошли второй так называемый checkpoint и действительно вернули значение двойки. Затем, когда мы в третий раз у него попросим значение next и выполним данный код, он действительно пройдет третий checkpoint, вот мы видим его в терминале, однако он бросит ошибку stop iteration. Таким образом, с помощью генераторов в языке Python реализуется концепция отложенного исполнения. Мы продолжим исполнение функции лишь тогда, когда нам в действительности понадобится следующее значение. Давайте вернемся к нашему примеру с random generator. Тогда, по сути, наша функция random generator, которая принимает k единственным аргументом, все, что она делает, она k раз возвращает нам случайное значение из промежутка 0,1. Это равно то, что и делал до этого у нас большой класс random iterator. Давайте переберем эти числа, используя конструкцию for. Мы переберем i в нашем генераторе и выведем i на экран. Мы убедимся в том, что мы в действительности вывели три случайных значения из промежутка 0,1. Таким образом, генераторы — это удобный синтаксис для написания итераторов. Вместо того, чтобы написать класс, внутри которого обязательно нужно реализовать два метода iter и next, мы написали лишь одну маленькую функцию, которая принимала всего лишь один аргумент, и вместо return использовала ключевое слово yield, тем самым давая понять, что она будет производить сразу несколько значений, которые нужно вернуть из функции. А теперь вопрос для самых любопытных. Если мы заменили ключевое слово return на ключевое слово yield, что же произойдет, если мы используем слово return внутри генератора? Важно понимать, что генератор заканчивает исполнение тела функции ровно тогда же, когда и обычная функция заканчивает исполнение своего тела. То есть, если мы дошли до конца тела функции, генератор понимает, что он больше не сможет встретить конструкцию yield, и он бросает ошибку stop iteration. Однако, если генератор внутри тела функции встретит конструкцию return, то он также поймет, что ему нужно прекратить свое исполнение и бросить ошибку stop iteration. Давайте внутри нашего генератора вставим конструкцию return вот здесь. Во-первых, мы сможем убедиться в том, что по charm подчеркивает и подсвечивает данную область, говоря нам о том, что данный код является недостижимым.
То есть, когда генератор или функция бы исполняли свое тело, они бы никогда не добрались до этой строчки, потому что мы уже использовали ключевое слово return. Когда мы наш код запустим, мы сможем убедиться в том, что мы действительно прошли первый чекпоинт, вывели первое значение, а затем прошли второй чекпоинт, а затем бросили ошибку stop iteration. Однако, если мы будем использовать не пустую конструкцию return, а что-нибудь туда все-таки передадим, то тогда мы увидим очень интересное поведение конструкции return, когда оно использовано внутри генератора. То, что мы передали внутри конструкции return, будет сообщением внутри ошибки stop iteration. Давайте просто добавим здесь после конструкции return строку no more elements, то есть у нас закончились элементы. Таким образом, когда мы запустим данный код, то мы увидим очень интересное поведение. Мы увидим, что у нас была ошибка stop iteration, и у него будет дополнительное сообщение no more elements, которое мы передали с помощью return. Таким образом, генератор в языке Python — такой удобный синтаксис для написания итераторов. Он ведет себя почти так же, как и функция, но при этом с помощью конструкции yield мы можем возвращать сразу несколько значений из функции. Важно помнить, что исполнение тела функции происходит лишь тогда, когда мы вызываем next, и происходит он от одного yield до следующего. А если следующий yield он не нашел, то тогда он заканчивает свое исполнение и бросает ошибку stop iteration.